А вот после месяца, это 10-20 месяцев, это у меня адаптационный период. Каждый год так. Я это знаю, и потом не возмущаюсь. А кто этого не знает, первый день сделал, а на второй день уже не подходит, у него такие боли, ничего делать он не может. Даже свою физическую работу, если физический труд он не может делать.